История о благородстве и низости, любви и долге, богатстве и бедности. Сюжет комедии Александра Островского «Горячее сердце» актуален до сих пор. В театре «Камерная сцена» уже представили спектакль по мотивам знаменитой пьесы. Он открыл фестиваль «Театральная весна» Островского, приуроченный к 200-летию русского классика. Департамент культуры, администрация города Самара совместно с Союзом театральных деятелей организовали вот такую декаду спектаклей по пьесам Островского, фестиваль Островского, потому что в каждом театре Самары и Самарской области есть Островский и не один. Это наш любимый драматург. Островский написал более 50 пьес, каждая из которых была поставлена на сцене Малого театра. Многие из них особенно актуальны в год педагога и наставника. Именно Александр Николаевич разработал программу обучения для драматических классов, создал школу естественной и выразительной игры на сцене и лично репетировал с актерами свои пьесы. Мы очень горды тем, что 23-й год указом президента считается годом Александра Островского, нашего великого драматурга, которому исполняется 200 лет. Все театры Самарской области, практически все, у кого идет этот замечательный автор на сценах, решили сделать такую театральную весну Островского. Вниманию публики будут представлены спектакли, поставленные по пьесам «Богатые невесты», «Снегурочка», «Гроза», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Женитьба Бальзаминова». К культурному событию присоединятся театры «Самар», «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Мастерская», «Витражи», «Колесо» и многие другие. Фестиваль «Театральная весна Островского» завершится 27 апреля спектаклем «Блажь», постановкой драмтеатра «Колесо». Александра Гусева, Николай Сидоров. События.